Привет из Мерсина! Приветствую вас на нашем канале. Сегодня мы в районе Талмюк и будем вам показывать комплекс, который мы вам уже не раз показывали. Прекрасные квартиры, большие, большой метраж, 1+1, 2+1. Сегодня мы решили начать с пляжа, потому что погода отличная, все цветет и пахнет. Прекрасный пляж. И мы вам сейчас сначала покажем пляж, пройдемся до комплекса и начнем показывать квартиры. Хочу вам показать территорию одного из комплексов на набережной. Вот по всей набережной вот такая прекрасная, прекрасный вот такой вот вид. Розы, все ухожено, красиво. И когда вы будете гулять, будете наслаждаться этим прекрасным видом. Особенность Талмюк, что по всей береговой линии здесь сидят вот такие эвкалипты, они очень большие, красивые. И вы в летнее время можете спрятаться в тенечке от солнца, посидеть, полюбоваться на море. Сейчас здесь пока никого нет, но вот на этой улице выстраивается рыночек одежды, овощей, всегда свежие овощи и фрукты. Приходят рыбаки, ловят рыбу, тут протекает небольшая речушка. В общем, очень хорошее место, где можно погулять и днем, и вечером. Ночная жизнь здесь есть, кафешечки работают. Очень много продавцов вот по всей линии берега. Хочу вам показать море, насколько оно чистое, песчаный вход, он не глубокий, здесь очень хорошо купаться и с детьми, и для тех, кто не умеет еще плавать. Посмотрите, плавают рыбки. Не знаю по какой причине, но тут всегда много рыбы, много рыбаков. Так что вы можете купить удочку и проводить свое время здесь, ловя рыбу. И мы подошли специально к такому месту, чтобы вы увидели, как прекрасно выглядит пляж. Песчаный пляж, неглубокий, чистейшая вода. Здесь также есть лодки. Вы можете купить лодку и оставлять ее здесь. Вот вдалеке мужчина покупался и пошел. Конечно, когда начнется сезон, здесь будет очень много народу. Но поверьте, прекрасное место для отдыха. Обратите внимание, вдалеке работает трактор. Уже начали чистку пляжа. И скоро здесь будет просто красота. Осталось только приехать вам. Сейчас мы вышли с моря и идем в сторону комплекса. Я вам хотела показать, что находится в округе его. Во-первых, очень много магазинчиков эконом-класса, таких как БИМ, вот с левой стороны БИМ. Мигрос Жет, он уже потихонечку открывается, вот уже завозит товар. А впереди мясная овощная лавка. И все лето здесь будут стоять торговцы, которые будут продавать разные мелкие хозяйственные, которые нужны для дома. Вот они уже начали выставлять. Тут всякие безделушки для дома продаются. Дальше идем. Прекрасный сквер, хочу отметить. Просто красотища такая здесь. Кленовая дорога. И летом прекрасно выглядит всегда тенечек. И зимой падает листва, и все здесь в желтом цвете. Очень красиво. Вот сейчас идем, и с левой стороны овощная лавка.
хочу сказать, что она летом работает круглосуточно. Не уходит даже торговцы, и вы можете даже в позднее время выйти и купить что-то себе для дома. Прекрасное, все всегда свежее. А сейчас мы подходим к Шоку. Думаю, все уже знаете этот магазин. Здесь можно купить все практически, кроме одежды. Даже одежда продается. Вот уже, как видите, люди начали выходить на улицу и с детьми. Потихонечку все устаканивается. И вы скоро уже приедете к нам. Мы вас с нетерпением ждем всех. И вот мы подошли к объекту. Сейчас будем смотреть квартиры. Хочу вам показать, как близко находится дом, как от моря. Тут практически идти 300 метров. И очень близко к дороге Анталия-Мерсин. Когда вы устанете от моря и захотите погулять, вы всегда можете дойти тут буквально 200 метров. И сразу остановка. Сели на маршрутку, поехали либо в центр Мерсина, либо в Эрдемли. В общем, место прекраснейшее. Вот так выглядит вход в комплекс. Здесь остались еще маленькие нюансы, такие как фонари. И здесь будет еще железное ограждение. Уже начали озеленять территорию. Посадили розы, кустарники. И это, поверьте мне, в течение месяца здесь будет совсем по-другому. Такая красота, потому что в Турции, вы знаете, все очень быстро растет. Давайте посмотрим фойе. Оно очень просторное. Окрашено с одной стороны серой, с другой стороны белой краской. Вот такой интересный орнамент. На полу мрамор. Очень красиво все выглядит, свежо. А теперь посмотрим территорию. Вот так выглядит территория комплекса. Она еще благоустраивается. Здесь уже посадили зеленые насаждения, декоративные, бананчики. Еще, я думаю, посадят застройщики фруктовые. Бассейн. Глубиной 2 метра. Рядом еще есть декоративный бассейн. И будет работать фонтанчик в летнее время. Рядом фруктовые сады. Прекрасный вид. Выложен паркетной плиткой. Смотрится очень красиво. Единственное, что еще, конечно, здесь не помыли и не так видно. Но очень хороший, качественный материал. А теперь пошли смотреть квартиры. Мы не удержались и опять поднялись на крышу. Мы вам уже делали обзор ранее этого комплекса и показывали крышу, но мы решили еще раз посмотреть, какие здесь изменения. И нас ждала здесь приятная неожиданность. Посмотрите, жители дома уже обустроили вот такой уголок, сделали большой стол. Поставили сиденья и проводят здесь вечера. Аксессуарчики. Еще хочу показать вам вид. И как близко находится дорога. Хотя шума практически здесь нет. Вот, обратите внимание на вазоны. Прекрасная идея для цветов. Вот, около комплекса расстилаются поля. И вот совсем недалеко дорога Анталия-Мерсин. Кстати, вот этот черный дом, это тоже наш объект, но там, конечно, квартиры класса люкс, большие очень квартиры. Вот вдалеке, посмотрите, 4 блока, это всем известный жилой комплекс Асис, там уже проживает немало русскоговорящих семей. Вообще, хочу сказать, район Томёк прекрасно подходит для отдыха и для постоянного места проживания. Вот так вот выглядит вид на море, очень красиво, четко видно море с крыши. Вечером особенно красиво, когда все в огнях. Еще вам покажу вот такие вот места, сделал застройщик. Для того, чтобы спрятаться от солнышка, сюда вы можете поставить отдельно свой стол и жарить шашлыки, поставить мангал. А вот с этой стороны крыши место для солнечной энергии.
То есть, если у вас есть желание поставить солнечную энергию, для вас здесь всегда есть место. И еще раз хочу обратить внимание, что в комплексе есть интернет Wi-Fi, вы всегда можете подключиться. Конечно, нужно будет оформить на себя, и вы в месяц будете платить 30 лир. И сейчас мы посмотрим квартиру 1+1. Находится она на 5 этаже, площадь ее 75 квадратных метров, и все квартиры 1+1 75 квадратных метров. Квартира очень большая. Особенность этой квартиры — очень высокие потолки. Большая кухня-гостиная, площадь ее 40 квадратных метров. Давайте посмотрим кухню. Она, кухонный гарнитур, сделан в светлых тонах. Столешница из натурального гранита. Имеется место под посудомоечную машинку, духовой шкаф, газовую плиту, вытяжку и вот такой уголочек для холодильника. На полу ламинат, окрашено приятной бежевой краской. Большое панорамное окно с выходом на балкон. Балкон очень большой для квартиры 1+1. Площадь его 8 квадратных метров. При желании его можно застеклить. Прекрасный вид на море, на горы, на фруктовые сады, на территорию самого комплекса. Сейчас мы в коридоре, площадь его 4 квадратных метра, он небольшой, но уютненький. Здесь есть шкаф, гардероб, где есть место для верхней одежды и для обуви. При желании вы можете сделать еще один шкафчик. На полу керамическая плитка светлая и двухуровневый потолок. Также в коридоре санузел, выложен он светло-серой плиточкой. Сейчас посмотрим спальню. Она очень большая, площадь ее 24 квадратных метра. Очень просторная, уютная, светлая комната. Огромнейшее панорамное окно с видом на море. Это окно придает пространство, то есть комната кажется просто очень большой. Окрашена светлой бежевой краской, уже готово все к подключению централизованного газа. На полу ламинат и двухуровневый потолок, где вы можете сделать любой подсветочки. Обратите внимание на дверь, она очень хорошего качества, железо сочетается с деревом, и во всем комплексе все двери одинаковые. А сейчас пойдем смотреть квартиру 2+1. А сейчас мы посмотрим квартиру 2+1. Площадь ее 125 квадратных метров. Извините за небольшой беспорядок. Просто квартира новая, дом еще только сдан, поэтому небольшой беспорядок. Но при покупке вы будете
будете заезжать в чистую квартиру. Давайте начнем с кухни. Она сделана в белом варианте. Кухонный гарнитур в белом цвете с элементами дерева. Что здесь есть? Место под духовой шкаф, газовую плиту и вытяжку, под посудомоечную машинку, холодильник. Столешница из гранита серого, облицована белой плиткой, достаточно просторная, много шкафов, сама комната в бежевом цвете, подвесные потолки, куда вы можете сделать подсветочку, также уже все готово для подключения централизованного газа. Еще раз напоминаю, что газа пока в комнате нет, но мы его ждем в ближайшее время. Также выведена телевизионная антенна на полу, ламинат. И главное достоинство этой квартиры – громадный балкон. Площадь его 25 квадратных метров. Вы здесь можете сделать отдельную комнату, застеклить. Прекрасный вид как на море, так и на горы, на дорогу, на фруктовые сады. Шикарный балкон для тех, кто мечтает о большом балконе, я думаю, это идеальный вариант. Сейчас мы в коридоре, площадь его 8 квадратных метров. Здесь есть вот такой вот шкаф, где имеется место для верхней одежды и обуви, отдельное отделение. На полу керамическая плитка светленькая, также окрашена бежевой краской, и подвесные потолки, где вы можете сделать любую подсветочку. И с правой стороны от входа санузел, он достаточно большой, площадь его 6 квадратных метров, в серо-белом цвете плиточка. Душевую кабину устанавливает сам хозяин, застройщик не предоставляет. И детская комната, либо комната для гостей можете сделать. Площадь ее 12 квадратных метров, на полу ламинат, большое окно с выходом на фруктовые сады. И также уже все готово для подключения централизованного газа. Сегодня мы вам сделали обзор нового жилого комплекса, который мы вам показывали и ранее. Ссылочки на прошлые обзоры будут в описании. Здесь имеется квартира 1 плюс 1 общей площадью 70 квадратных метров, 2 плюс 1 общей площадью 125 квадратных метров. Этот комплекс прекрасно подойдет для тех, кто хочет жить в спокойном, хорошем районе, с развитой инфраструктурой, недалеко от моря и с шикарными квартирами, большими балконами. Спасибо всем за просмотры. Не забывайте подписываться на наш канал, отслеживайте нас в Instagram, не забывайте ставить лайки, радуйте себя недвижимостью в Мерсине и приезжайте к нам поскорее.